Эй, Ризен, ты кто такой? Ты работаешь пилотом? Конечно, он работает пилотом. Ой, а мне кажется, он еще и конфеты раздает. Ты знаешь, видно я. Какой прикольный автомат. Нам нужна монеточка, я хочу конфетку. Возможно, у меня где-то есть монеточка. Сейчас поищу. Нашла! 5 рублей. Молодец какая. Давай-ка попробуем. И коричневая. А давай сыграем в игру. Какую игру? Сейчас. У меня зеленый сюрприз. И еще есть сюрпризы. Ух ты, все цвета. В этих сюрпризах прячутся еще сюрпризы. Давайте играть. Сейчас мы будем крутить вот эту штучку. Какой цвет выпадет, такой и откроем. Сюрприз. Ой, коричневый и красный. А коричневого сюрприза у нас нету, поэтому открываем красный. Ура! Ух ты, это киндер с принцессами. Оранжевая капсула. Ух ты, нам попались из мультика Рапунцель. Такие красивые фигурки. Они вдвоем кружат в красивом танце. Давайте дольфы. Вау, опять 2 конфетки. Оранжевая и желтая. С какой начнем? Давайте с желтой. Смотрите, какой большой. Ух ты! Свитбокс! С ам-ямом. Опять большая игрушка ам-няма. Мне кажется, она больше даже, чем предыдущая. Ух ты! Это ам-ням шериф. Вау, какие у него волосы и усы седые. Ам-ням. Большой какой. Следующий оранжевый сюрприз. Ух ты. Это шопкинсы. Вау, какая книжка. Кто же там? Какое-то растение. Нет, это банка с кукурузой. Как здорово. Давайте посмотрим, что сейчас выпадет. Зелененький или зелененький цвет? Зеленый. Давайте откроем зеленый. Сюрприз. Киндер сюрприз Маша и Медведь. Желтая капсула. Ой, кто это? Что это за милый динозаврик? Ящерка. Много-много пазликов. И ящерка. Ух ты, это мини-джунгли. Вау, можно собрать целую инсталляцию. Здорово. Давайте сделаем так, чтобы выпал синий цвет. Опа, синий цвет. Свитбокс с синячим патрулем. Гонщик. Ура, милашка. Какие классные, красивые фигурки. Ребята, а вам понравился этот огромный-огромный автомат с конфетами? Напишите в комментариях. Ставьте лайки. А еще, если ты не подписан на канал, подпишись, чтобы не пропустить новое видео. И переходи на другие видео вместе с куклами-пупсиками. Ух ты, как тут много сюрпризов и игрушек. Ой, удачно я зашла, тут еще и скидки. Сейчас я наберу кучу сюрпризов. Ой-ой-ой, я даже не знаю, что выбрать. Слушайте, у меня корзиночка-то небольшая, туда все не влезет. Знаешь, я буду несколько раз покупать. Я там наверху вижу сюрприз, только мне не дотянуться до него. Ой-ой-ой, так, сейчас я допрыгну. А вот он, сюрпризик и в корзиночке. Так, ой-ой-ой, следующее, что я возьму. Ух ты, мне там нравится Киндер Джой на велосипеде. Я хочу взять пакетик Маша и Медведь. Ура, ура, еще одна покупочка. Так, нужно идти на кассу. Ой, корзинка-то какая тяжелая. Ой, здравствуйте. О, Иришка, привет. Ты сегодня кассир? Да, я сегодня кассир. Давай пробьем твои покупочки. Ого, хорошее приобретение.
чудес и откроем. Киндер-сюрприз Маша и Медведь. Ой, нам попалась белочка. Смотрите, теперь она зеленая с разноцветным хвостиком. А тут голубая. Киндер-джой для девочек. Ух ты, Хеллоу Китти. Хеллоу Китти с шариком со своим же собственным ключиком. Прикольно. Пакетик Маша и Медведь. Ух ты, это Маша-фокусница. Прам-тири-дам-пум. Какая она прикольная. Ну вот, мы и открыли все наши покупочки. Давайте купим еще. У меня есть 2 пятерки. Сколько это получается? Это получается 10. Я могу купить еще сюрпризов на 10 рублей. Так, сейчас посмотрим. Я хочу взять свитбокс с фиксиками. Я хочу взять вот там на Нансе. Получается все. Я больше ничего не могу сегодня купить. Ну куплю потом. Давайте сейчас это пробьем и откроем. А ну-ка. Идешь штрих-код. Вот. Раз. Два. Пять. Плюс. Пять. Равно. 10. С вас 10 рублей. Вот. Спасибо за покупочку. Свитбокс с фиксиками. Та-да-дам. Игрушка. Это, наверное, папус. Хо-хо, да, это папус. Вот он, какой огромный. Ух ты, как мне нравится эта игрушка. Она такая красивая и большая. Самая лучшая, наверное, из всех покупочек. А тут написано про папуса. И другие игрушки, которые можно найти в этом свитбоксе. Я так люблю ням-нямцев. Они очень вкусно пахнут. Кто там прячется? Ух ты, кто такой миленький. Ой, какая классная. Какая милая. А это у нас блеск для губ. А вот и блеск. Та-дам! Какой классный. Вау, как блестит. И пахнет бананом клубникой. Ребята, а вам понравились мои покупки? Ставь лайк и пиши комментарий. А ты уже сам себе когда-нибудь покупал игрушку? Напиши в комментариях. И не забудь поставить лайк на этом видео. А еще если ты не подписан на Зырики ТВ, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео вместе с нами, куклами пупсиками. Всем пока-пока! Гулялась по магазинам сегодня. Посмотрите, сколько всего я положила в тележку и купила. Ну уж нет, Иришка, у меня больше. Ой, ну мы это еще посмотрим. Ну что, давай покажем нашим зрителям, что мы купили. Давай. Начинай ты первая. Смотрите, я купила вот такого вот миньона с битой. Неандерталец. Какой он смешной. А у меня тоже есть миньон, только он там далеко-далеко внизу. Я купила вот такой вот чайничек. Беленький кошечка, из него можно пить чай. О, как я люблю пить чай. Следующая покупка, это Маша. Вот такая вот большая-пребольшая Маша. С кругом в купальнике в полосочку. Такая веселая, она очень любит купаться. Сразу видно, прямо как я. Смотрите, какая красивая куколка. С такими яркими зелеными волосиками. И кудрявыми. Ее можно расчесывать. Наверное. Хотя мне кажется, такие кудри сложно будет расчесать. У нее желтое платьишко и белые кроссовочки. Следующая, что взяла? Вот такого вот кролика. Кролик-принцесса. Она такая милая. Посмотрите, какие у нее длинные-длинные ушки. И она держит фиолетовую звездочку. Так. Помнишь, я говорила про миньона? Ах, вот он. Миньон малыш. Он еще такой мягенький, такой упругий. Ох, следующая. Я покажу вот этого крабика из Splashlings. Вот он какой милый. Розовый и тоже мягкий. У меня тоже есть Маша. Маша-доктор. С огромной банкой с лекарством. Какая большая Маша. Но твоя все же больше. Так. Кто смотрел мультик «Тайная жизнь домашних животных»? Вот это такса из этого мультика. Смотрите, какая длинная колбаса. Я так люблю этот мультик. Правда, я не помню, как зовут эту таксу. Напишите в комментариях. Следующая. Вот
мой цветочек, такой миленький. У меня есть еще игрушка из Маши и Медведь. Мишка-повар, такой забавный. У меня тоже есть игрушка из Маши и Медведь. Сама Маша в своем красненьком костюмчике. Постепенно наши покупки уменьшаются. Смотри-ка, у меня тоже есть девочка кудрявая с фиолетовыми волосами. Какие у нее большие красные бантики. О, следующая. Скай из собачьего патруля. У меня тоже есть игрушка из собачьего патруля. Маршал. Коралл из Клэшлингс. Какой красивый. Я взяла вот такую вот красивую Эльзу. Я самая забавная покупочка. Веселая какашечка. А у меня самая вкусная покупочка. Вот такая вот конфетка. Хелли из мультика. Я не помню мультик. Ребята, напишите в комментариях, что это за мультик. Смотри-ка, красивая голубенькая птичка из Little Pet Shop. О, и пони Флаттершай из My Little Pony. Тимоха из Барбоскиных. Hello Kitty с цветочком. Веселый и забавный помидор. Ам-нямчик. Ну и последняя покупочка. Из мультика «Гадкий я». Как эту девочку зовут? Напишите в комментариях. Ого, ты правда больше меня покупок сделала. Ну-ка покажи все свои остальные покупки. Телевизор. Тоже игрушка из мультика «Тайная жизнь домашних животных». По-моему, эту собачку зовут Гиджет. Ну и последняя. Девочка. Красным бантиком. Вот все мои покупочки. А вот все покупочки Маришки. Какие покупочки вам больше всего понравились? Мои или Ирис?